Здравствуйте, дорогие друзья, и это ивенты Lineage 2 Mobile. Захват. Плановый рейд до плановых технических работ 14 сентября. В период проведения ивента снижено количество ключей иного измерения. До одного ключа на каждое открытие кланового рейда, то есть Алкут. Требовалось 6 ключей, стало 1. За убийство рейдового босса в период ивента. Награду дается двойное количество сундуков славы иного измерения. Nice. Захват острова неистовства. До плановых технических работ 7 сентября. Период ивента получаемый опыт на острове неистовства увеличен на 50%, а также в 2 раза увеличено количество получаемых аден. О май гад! Вау! Замерил на всех 4 островах неистовства 40, 50, 55, 60 левелы. Если планируете фармить аддену на 65 уровне персонажа, то 50 остров наиболее подходящее место. Замер за 5 минут показал до 10 миллионов аддены. 60 остров неистовства невозможно фармить для меня. Даже с сосками я смог простоять 5 минут. Но у персонажа закончилось банально хп. Замеры видите на экране. Подарок битвы. До плановых технических работ 14 сентября. Во время ивента каждый день 12 часов по почте будут отправляться подарки. Энергия Энхаса 1000 единиц. Мешочек с антикварной вещью 3 штуки. С одного мешочка рандомно выпадает от 5 до 50 штук антикварной вещи. А также заряд души 500 штук. Видите график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч!